Всем привет, друзья! Сегодня я вспомнил, как мой один товарищ, который живет в Канаде, рассказывал мне об одном рецепте, как запекать очень вкусно лосося. И поэтому я сходил на нашу речку, поймал вот такого прекрасного лосося, и сейчас расскажу вам про этот рецепт. Как обычно, все необходимые специи и ингредиенты к этому рецепту вы сможете прочитать в описании. Ну а мне, для того чтобы начать мариновать и запекать лосося в духовке, для начала нужно его почистить. Поэтому я почищу чешую, обрежу все плавники, обрежу хвост, достану жабры, выпотрошу его, этого лосося, промою. Ну а затем начну мариновать. Это я покажу вам чуть позже. Итак, я рыбку почистил, промыл. Теперь ее нужно хорошенько высушить бумажным полотенцем. Что вот я это сейчас и сделаю. И теперь сделаем такие вот продольные надрезы по рыбе. С одной стороны. И также мы сделаем это с другой стороны. Теперь мы приготовим маринад для нашей рыбки. Я взял пол чайной ложки меда. Как я уже говорил, что все ингредиенты вы прочитаете в описании. Затем я беру 2 столовые ложки подсолнечного масла. Также я возьму столовую ложку соевого соуса. Еще я сюда добавлю пол чайной ложки паприки копченой, она не очень острая, и пол чайной ложки куркумы добавим сюда. Ну, получилось немного больше, но это не так страшно. Самое главное, что вот теперь не переборщить с черным перцем. Буквально 0,25, где-то так, чтобы не сильно получилось остро. И последнее действие, которое мы сюда добавим, это мы через пресс добавим сюда чеснока. И теперь получается, что все вот это мы теперь хорошо должны размешать венчиком до такой однородной массы. Вот это теперь все размешиваем. Вот такой вот у нас соус, маринад получился. Но прежде чем мы этим маринадом будем покрывать рыбку, я вот ее положил на противень, на фольгу, сделал вот такую вот импровизированную корыцу, скажем так, или углубление, чтобы не растекался соус. И рыбку нужно немного присолить изнутри. Соль по вкусу каждого. Ну, желательно не пересаливать, чтобы она не была у нас слишком сильно соленая. Тем более, что еще соевый соус был, поэтому соли должно быть достаточно. Так, и вот теперь мы берем этот соус, который мы подготовили, и покрываем этим соусом всю нашу рыбку, так чтобы во все вот эти все надрезы этот соус попал. В том числе зальем соус и вовнутрь и полностью покрываем рыбу с двух сторон. Рыбку я полностью покрыл маринадом, и теперь оставим рыбку мариноваться на полчаса, на 1 час. Этого будет достаточно. Оставляем ее в покое. Лосось у нас замариновался, и мы отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, его на 20 минут запекаться. И вот рыбка наша приготовилась. Я ее достал из духовки. Она выглядит очень аппетитно, сочно. Поэтому я всем рекомендую пользоваться этим рецептом. Также рекомендую подписаться всем на этот канал.
Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите свои комментарии. Всем приятного аппетита, удачи и пока-пока. Кушаю рыбу с рисом. Реально очень вкусно.